Всем привет, ребят, с вами Магнит. И прежде чем приступить к теме этого ролика, хотела бы сказать, что вас уже больше, чем 300. Тут должна быть шутка про тракториста. А точнее сказать, вас уже 364, и это за такой короткий срок. И я подумала, что пора бы уже деанонимизироваться. И первое, что хочу сказать, это то, что меня зовут Дениза, и мне 18 лет. Также хочу дать свою страничку ВКонтакте и ссылку на свою официальную группу. Эти же ссылки можете найти внизу в описании под видео. В группе я буду сообщать о тех новостях, о всех новых видео, общаться с каждым из своих подписчиков и делать игры. Ну и много чего еще. Надеюсь, со временем это будет весело. Итак, перейдем уже непосредственно к самому видео. Вы часто сидите ВКонтакте? Могу поспорить, что да. И тогда, наверное, вы все, ну или хотя бы 90% зрителей точно, хоть раз видели паблик «Типичная нарксичка». В дальнейшем будут называть его ТА. Ну и паблики аналогичной тематики. Ну или же людей, которые при каждом удобном случае, будь то пост о еде, жирных, о худых бабах, о котиках, срущих радугой, пишут «Ко-ко-ко, я из ТА, привет всем!» Итак, что же это такое? На первый взгляд, это обычный паблик для похудения. Ну, ничего особенного, диеты там разные. Но все не так просто. Не зря же паблик называется «Типичная анорексичка». Ладно, может быть, просто под словом «анорексичка» они подразумевали худую девушку. Но нет, там буквально внушают стандарты красоты, анорексичной красоты. Часто в таких пабликах можно встретить фразы типа «жирная личинка» и «красивая бабочка». Кому же захочется быть жирной личинкой, не правда ли? Нет, ребят, я не имею ничего против подтянутого красивого тела. Но красивое тело – это вот это! А не это. Да, действительно, есть люди с лишним весом, которым нужно его сбросить. Но черт возьми, там сидят множество 13-летних девочек, которые худеют. О ком похудение может идти речь, тебе 13. Ну, если, конечно, ты не ребенок Макдака и не весишь под 100 килограмм. Эти маленькие девочки стремятся к навязанным стандартам красоты. Стремятся быть красивыми бабочками. Но нет, ребят, это некрасиво. Серьезно, нет. Но мало того, что это некрасиво, это еще очень плохо сказывается на ваше здоровье. Оно вам надо. Многие такие девочки худеют для того, чтобы нравиться парням. Большинство парней предпочитают девочек, которых, так сказать, есть за что ухватиться. Но опять же, если это не 120-150 килограмм, просто 150 сантиметров. Нет, это плохо. А если вы просто хотите нравиться себе, то для начала выйдите, черт возьми, со всех этих анорексичных пабликов, я вас прошу. Если вы разделяете мое мнение, или вам просто понравился этот ролик, или вы когда-либо сидели в таких анорексичных пабликах, или на диетах, или на розовой утке, которая вот там вот слева, то ставьте лайки под это видео, там вот справа, и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, и жду вас в группе.